такую, чтобы все собрали, кто сколько может гуманитарной помощи, у кого дома осталось белье. И таким образом собрано очень много, где-то около 1000 штук. Даже больше 1000 идет собранных. Денежные средства сбор сделали, собрали и купили новые рулоны для наших солдат, чтобы почувствовали тепло от нашего белья, чтобы быстро выздоровели, приехали домой. Чтобы закончилась эта война, Абдур-Рашид, у нас быстро. Организована помощь у нас идет из селения Алак, из селения Рахата, микрорайон. Идет Мехельта, идет Ашильта, также из Каспийска, также из Махачкалы. Наши женщины собрали все вот это место и отправили сюда. Также был сделан сбор, в сборе тоже участвовали все наши женщины. И над этим сбором куплены вот эти простыни, рулоны. Хотим отправить в Луганск, в госпиталь для больных. Также в сборе участвовал наш глава администрации Руслан Супьянович. Тоже ему большое спасибо. Всегда помогает. Вот так пришли сегодня девочки наши, волонтерши. Всегда помогают, всегда приходит один звонок, им хватает. Они готовы всегда помочь. Все наши девочки, вот из Ковровы, помогают. И всего Дагестана, женщины, спасибо вам большое за сделанный сбор, за вашу помощь. Здоровья всем. Что нужны вот эти простыни в госпиталь, и присоединилась к этому, чтобы наши дети почувствовали теплоту матерей. И так как мои тоже два сына в СВО, я желаю каждой матери, которая ждет своих детей, чтобы они вернулись все живые и здоровые, чтобы вот эти простыни даже, чтобы не использовались, заканчивалась вот эта война, и все вернулись.